И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной интересный видеоролик, посвященный открытиям контейнеров. У меня скопилось их 36 штучек. Вы знаете, что в ближайшее, ну, вернее, не в ближайшее, а где-то там, может, недельку назад я открывал контейнеры, и выпало довольно-таки неплохо, да, выпало новое интересное устройство на гауссик. Сегодня у нас открытие обычных уже контейнеров, а не ультраконтейнеров. Если вам нравится открытие контейнеров, то обязательно поддержите данный видос лайком. Я надеюсь, что сегодня нам дропнет довольно-таки приятненько, как-то интересненько. Конечно же, открывать контейнеры буду по одному. Открывать буду также в не HTML-версии, да, буду открывать все это во флеш-версии игры. Контейнеры это пойманные с летней распродажи плюс с челленджа. Поэтому я надеюсь на то, что с этого дропа что-то будет. И есть определенные вещи, которые мне остались в маленьком количестве выбить. Это, например, в синем свечении два устройства на корпуса. Это там защита вроде как на Хантера, если я... Нет, не на Хантера. А, да, на Хантера или на Хантера. Короче, две мне осталось. Я точно помню, что две защиты мне осталось выбить. Ну, а что касаемо там фиолетовых устройств, там, конечно, дофига и больше. Но хотелось бы хотя бы что-нибудь сегодня определенно выбить. Ну, и если вы тоже, ребяточки, открываете контейнеры, я желаю тоже вам удачи. Я надеюсь, что и мне сегодня что-то тоже обязательно дропнет. Я не увижу сегодня 30 белых свечений. И потихо уже, я думаю, что будем открывать. Долго тянуть мы все это дело, конечно же, не будем. И ждем что-то интересное. Ждем что-то годное. Опа, а вот и устройство защиты от заморозочки. Красиво, замечательно, уже падает. Одно осталось всего лишь. Всего лишь одно устройство. Осталось выбить. Я думаю, что оно, по идее, может даже и дропнуть. Совсем скоро. Оп. 10 дней приема. Великолепно. Замечательно. Отлично. Оп. Еще. Фиолетик. Звезды и пламя. Что это за краска? Я, честно говоря, даже не знаю, что это за краска. Ну ладно. Пусть будет. Пойдет. 35 тысяч кристаллов. Неплохо. 125 ускорений. Тоже неплохо. 125 дн урона. Ладно. Допустим. 35 тысяч кристаллов. Ладно. Блин, ну могло бы, конечно, мне здесь в синем и упасть еще одно устройство последнее. Было бы вообще просто великолепно. У меня бы все устройства были бы в синем свечении из-за кристалла. Но пока что последнего еще, друзья, устройство не падает. Одно фиолетовое свечение уже было. И это была, к сожалению, красочка. Но я надеюсь на то, что может быть еще какое-то будет и упадет устройство. Возможно. 10 дней према это тоже довольно-таки неплохая вещь. Но пока... пока такой. Не совсем... сверхаппетитный дропчик, но по сути уже что-то интересное было. Уже неплохо. Уже пойдет. Еще бы что-нибудь из устройств упало, и я был бы, думаю, на 100% рад данному замечательному событию. 5 золотых ящиков, остается всего лишь 12 контейнеров. 11 контейнеров, уже больше 20 открыто. Еще 5 голдов, голды тоже нам нужны. После последних событий, которые у нас были. Лишними они точно не будут. Белое свечение. Кстати, белых не так много. Много зеленых падает. И это очень хорошо. 7 контейнеров. 125 двойной защиты. 5 контейнеров. 5 контейнеров, друзья, 5 контейнеров. Не, ну с пятерочки может. Опа, ну, устройство, пожалуйста, какое-нибудь. Я как бы даже ничего говорить-то не хочу, друзья, если честно. Ну, что я могу сказать по этому поводу, друзья? Ну, что я могу сказать по этому поводу? Ну, что? Что я могу сказать по поводу того, когда мне падает 100 тысяч кристаллов вместо какого-то устройства? Ну, это печаль. Просто печальная печаль. Когда мне могло дропать что-то жесткое. Ну, ладно, краска упала, хорошо, окей. 100 кокри. Ну, это печально. 100 кокри, это печально, конечно. Ладно, не расстраиваемся. Надеемся, что еще что-нибудь дропнет. 10 кокри. Скорее всего, уже ничего не будет. Ну, по сути, свои фиолеты я выбил. Да, как бы они были. К сожалению, только... К сожалению, только эти фиолеты были не какие-то жесткие. А так, в общем и целом, я даже, наверное, таки остаюсь доволен тем, что сегодня около 20 голдов дропнуло. 20 голдов. Приемочки чуть-чуть сыпануло.
10 денечков, да, премочки. Уже перешли на плюс годик, да? Ну, ну да, как бы новый год начался. По премке тоже неплохо. Плюс ко всему этому, довольно неплохую красочку выбил. Даже можно было бы ее найти. Лед и пламя, если я не ошибаюсь, она называется. Столько этих красок, это ужас просто. Лед и пламя. Ну, по идее, она где-то здесь должна быть, если я не ошибаюсь. Вроде как она должна быть даже анимирована. Если я сейчас ее быстро не найду, то я ее искать не буду, друзья. Где она может быть вообще? А, не, вот, звезды и пламя. Да, такая неплохая красочка, в принципе. Если честно, она похожа на одну краску, которая раньше вроде как выдавалась, когда был старый закуп боевых пропусков. Была краска такая определенная. Вот мне кажется, эта краска чем-то смахивает на нее. Напишите, кстати, по этому поводу в комментариях, друзья. Может быть, вы знаете, на какую краску эта краска похожа. Ну вот такое вот открытие у нас сегодня, друзья, получилось. Я, наверное, больше ничего особо сильно балаболить не буду. Если вам заходят подобного рода видеоролики, если вам нравится открытие контейнеров, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну и не забывайте про конкурс на 3 миллиона кристаллов. Ссылочку в описании, как всегда, друзья, конечно же, оставляю. Впервые зашли, не знаете о конкурсе, перейдите обязательно в описании, поучаствуйте в конкурсе, и будет очень даже приятненько, круто, нагибаторски. Мне остается всего лишь выбить одно устройство в синем свечении. Я думаю, что уже в следующем открытии контейнеров я его обязательно выбью. И как-то так у нас сегодня, друзья, получилось. Спасибо всем за просмотр еще раз. Всем удачи и всем пока, друзья.